Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить, хотел сказать Fallout, какой нахрен Fallout, мы продолжаем проходить Skyrim. Остановились мы в прошлый раз на том, что начали выполнять квест, получили первую свою работу, нас попросил один торговец вернуть ему, тихо, это моя стрела, кстати говоря, попросил вернуть ему украденный бандитами коготь. Собственно, этим мы и занимаемся сейчас. Учимся по дороге бою, скрытности и всему, что нужно. Какая стуженая местность. Я думаю, с голыми руками и головой. Я сам живу в довольно-таки нетеплом регионе России. И знаю, что на такой местности руки дубеют буквально. Минут за пять. А уж голова, часик-другой, и все, менингит обеспечен. Но, тем не менее, мы, судя по всему, пришли туда, куда нужно. Хотя я с самого начала не был в этом уверен. Но в итоге мы пришли таки к этому странному храму. Где-то здесь нам нужно найти реликвию и вернуть ее. Нужно быть осторожным, потому что здесь наверняка куча этих самых местных бандитов шпаны. Как минимум одного, по-моему, я вот тут вот уже где-то вижу. Или мне показалось. Сейчас разберемся. Не хочу перейти в лоб, это не наш метод. Мне больше нравится красиво, технично. Тихо. Упс. Так. Да. С луком надо приучиваться, конечно, еще работать. Блин, у меня банально не хватает длины клинка с ним драться. Надо отвалить куда-нибудь в сторону, потому что меня расстреливают стрелки откуда-то оттуда. А ты, братюнь, пока отдохни. Тихо. Тихо. Сейчас я вам, ребят, покажу, как из лука-то стрелять надо. Так, мимо. Нет попаданий. Да что ж такое? Что ж я косой такой? Надо качать, конечно, стрельбу из лука. Попасть ни в кого не получается. О, хоть в кого-то попал. Теперь не попал. Блин, целиться, наверное, на мышке все-таки было бы удобнее. Да вы меня задрали. Короче, лук в прямом бою. Особо хорошего из этого ничего не получается. Так. Теперь твоя очередь, скотина. Пленных не берем, извини. Так, что у тебя есть? Охотничий лук, он лучше, чем мой. Золото. Меховые ботинки. Это хорошо. Даже очень хорошо. И стрелы. Короче говоря, как я понял, с моими сегодняшними навыками. Так, тихо. Меховая броня, я думаю, мне больше пригодится. С моими сегодняшними навыками луком можно пользоваться только в одном случае, если враги тебя не видят. Если уж они тебя заметили, время доставать кинжал. Так, все, давайте меховую броню оденем, пока не околели. Я не уверен, конечно, что тут это полностью реализовано. Но, по крайней мере, ради отыгрыша роли. Так, кираса братьев Бури. Нет. Все хорошо.
Да, хоть маленько потеплее нашему персонажу будет. Ну, а какой теперь? На голову бы еще, конечно, что-нибудь. Но врагов тут вроде больше не видать. Так, и что мне делать? Когти я у нее ни у кого так и не обнаружил. Вообще, посмотрите, какой вид, да? И ведь в любое место можно тут пойти. Кстати говоря, где-то вон там, по-моему, деревенька наша. Уже наша, потому что нас там хоть кто-то знает. Кстати, я же лук новый взял. Так, оружие. Охотничий лук. И сразу его поставим в избранное. Так. Вот этот лук надо из избранного убрать. Привыкаем к управлению, привыкаем. Так, длинный лук убрать из избранного. Все хорошо. Ну что, мне, видимо, сюда, что ли? Давайте-ка посмотрим по квесту. Тем более, что у нас новый уровень есть. Но сначала мы... Как тут посмотреть интересно свои квесты? Да, вот так. Это у нас основной квест. Золотой коготь. Хорошо. Бандитами, которые стали лагерем на ветреном пике. Ну, видимо-таки да. Видимо, придется заходить внутрь. Этот квест пока выключим. И у нас, судя по всему, да, надо сюда идти. Теперь давайте поднимем уровень. Повышение уровня при переходе на новый уровень. Вы можете, вы на выбор увеличивать свое здоровье, магию или запас сил. Понятно. Магией в свое время я увлекусь, думаю, маленько, как любому роге. Небольшой запас магии нам пригодится. Но в данном случае, я думаю, нам запас сил надо увеличить. И, в принципе, так, разрушение, восстановление, изменение. Это все магия идет. Кузнечное дело. Тоже не наше. Хорошо, одноручное само неплохо качается. Скрытность у нас неплохая. Так, вот это, я думаю, нам пригодится. Да, я всегда стараюсь разговорные навыки прокачивать первым делом, потому что это очень помогает, как правило, по жизни. Хорошо. Двинули вперед. Что-то неохота мне в этот храм заходить. Я думал, это задание будет не таким объемным, но оказывается, что тут просто куча всего. Ну да ладно. Загрузки, кстати говоря, как я заметил, во многих играх из-за фрапса увеличиваются в два раза. Ну, соответственно, это происходит потому, что увеличивается нагрузка на процессор. Так, и там мы кого-то видим. Мертвые собаки. Здесь труп какого-то. Просто, похоже, поножовщина произошла тут. Я так думаю, что вы не дружелюбны. Подожди, я же тебе в голову попал. Супер. Так, и теперь надо приучаться, конечно, к местному управлению. Думаешь, ты можешь меня взять? Думаю, да. Свободен. Так, что у тебя есть? У тебя нету корондовый слиток. Не самый ценный, как я понимаю, металл. Давайте возьмем, потому что он не так же много весит.
Яблочный пирог. Давайте-ка мы его скушаем, пока есть время. Пища. Скушаем яблочный пирог. Отлично. Таким образом у нас неплохо так восполнилось здоровье. И сейчас, я думаю, пора по новой переключиться. Ты посмотри, да, куда и попала. И, в принципе, ее это и убило. Так, ладно. Железная стрела. Потихоньку крадемся вперед. Здесь у них дозор, похоже, был выставлен. Не могу сказать, что я без шума и пыли с ним разделался, потому что пока не очень хорошо приучился стрелять из лука. Так. Тихо. Это было просто. Золото нам всегда пригодится. Кругом паутина, это меня не очень радует. Я ненавижу пауков, просто не перевариваю. Надеюсь, здесь их не будет. Блин, подземелье выглядит просто очень хорошо. Это, я так понимаю, погребальная урна, в которой у нас 10 золотых. Но я думаю, мы не будем тревожить прах погибших. Найдем себе куда более приличные способы заработать эти деньги. Потому что брать с трупов — это, по-моему, самое уже днище, как говорится. Хуже этого быть ничего не может. Не совсем уверен, куда я иду, потому что там была лестница наверх. Возможно, нам нужно было туда. Но пока что идем. Раз есть куда идти, мы идем. Так, что это у нас? Льняная ткань. Слабое зелье запаса сил нам пригодится. В принципе, тут больше ничего хорошего-то и нет. Так, ну что, бандитушки. Неужели вас тут больше нет, и вместо вас полезет какая-нибудь дрянь? Тихо. Блин, а что ж ты двинулся? А, теперь в потолок задел. Дана, короче говоря. Еще уровень. Так, надо свою стрелу подобрать. Где-то тут она. А вот она лежит. Да, надо приучаться к местной стрельбе. Это круто, потому что... Вроде тихо. Промеж лопаток ему залепил. Я думаю, ему это очень сильно понравилось. Факел нам явно пригодится. В принципе, все. Не будем тебя... Ой-ой-ой-ой. Тихо, это что было? Какие-то ловушки. Прям-таки недавно прошел Uncharted 3. Прям напомнил так дико. Пару моментов оттуда. Вообще Uncharted, я считаю, что это идеальный заменитель серии про Индиану Джонса для нынешнего поколения, потому что это тоже по-своему очень добрая, очень умная, очень интересная история. Тем временем нам нужно двигаться вперед, и я не знаю, как нам открыть вот эту штуку, потому что когда я дергаю вот эту хрень, что-то ничего хорошего-то не происходит. Ага. Так, тут змея. Тут что это у нас такое? Рыба? Или ящерица? Скорее на рыбу похоже.
Так, ну тогда здесь у нас получается птица. А, подожди, вот же, вот, тихо-тихо. Вот она упала, понятно, сюда змея должна. Отлично. Яд меня грызет, конечно, потихоньку, но, честно говоря, вообще никакого урона не наносит. А здесь, я так понимаю, уже бандитов нет, да? Так, навык карманной кражи повышен. Вор Ревен. Есть читатель, еще не имел удовольствия прочесть первый том этого цикла, а именно жизнеописание Слафейра Уолла Нищего. Ему стоит немедленно закрыть эту книгу, поскольку я не собираюсь повторять уже сказанного. Понял? Книги будем читать в порядке их поступления, потому что можем пропустить часть интересных историй. Кстати говоря, если кого-то парит то, что я читаю книги вслух, не на паузе, как обычно, вы просто перематываете такие моменты, потому что для меня это натуральная отрада. Я очень люблю читать книги, как в жизни, так и в играх. Особенно если книги интересны, как в серии Elder Scrolls. А в Elder Scrolls всегда книги были, что надо. Тихо. Берем кинжал по шурику, как говорится. Но сложности, надо сказать, определенно не хватает. Все очень просто. Если так будет продолжаться, то я думаю, я повышу сложность, потому что пока что вообще никакого челленджа нет. Ну да ладно. Так, мой лук. Довольно удобно сделано переключение, меня это радует. То, что не нужно каждый раз лазить. Как тебя назвали, зло крыс? Да что ж такое, блин, то крылопалки в рейдже, то тут зло крысы. Кстати говоря, ребята, нам нужно найти коготь, золотой амулет или что это такое. Его взяли бандиты. Здесь же территория уже где... Это ты, Харкнер? Бьорн? Солин? Здесь же, как я понимаю... Бандитов-то уже и нет, так что вполне возможно я где-то там пропустил. Там, кстати, был подъем на лестнице где-то. А, вот. У него коготь. Где-то тут за стеной. Тихо. Такое большое количество паутины меня, честно говоря, удручает. Здесь как в пенумбре, они лазают за стенами, я слышу их. Меня это не радует. Твою мать. Нет, простите, я передумал. Вот мне делать нехрен. Какая ты гадкая. Не подпускай эту тварь. А, ну и чё? Да, блин. Это как вообще нормально, нет? То, что... Первый же босс в игре и убивается тупым... Короче говоря, тем, что он не может залезть ко мне в проход. То есть бага юза нет. Твою мать, кладка. Паучье яйцо. Ох, пакость. Нет, ни за что. Так, гранат. Ты его съел, что ли? Откуда у тебя гранат? Яд обморожения.
нам пригодится, и наши стрелы. Освободи меня! Освободи меня! Ты, сюда! Отлично, чудище мертво! А теперь вытащи меня отсюда, пока еще кто-нибудь не появился. Ну ты вор, я так понимаю. Да, коготь! Я знаю, как он действует! Коготь отметен и дверь в зале легенд! Я знаю, как это все связано друг с другом! Помоги мне, и я все расскажу! Ты не представляешь, какую силу укрыли здесь норды! Давай-ка коготь сначала, я тебе не верю. По-твоему, я могу двигаться? Сперва освободи меня! Что-то подается, я чувствую. Я хотел тебя убить, конечно, но ладно. Я думаю, что сейчас я тебя освобожу, и ты сразу же нападешь на меня. Ну? Дурак! Зачем мне делиться сокровищем? Так, выпить. Понятно. Смотри-ка, меня развели как просто какого-то. Тихо. Это все плохо кончится. Я чувствую нежить. Давайте-ка, ребятки, давайте. Опа! Это мы не очень хорошо. Но коготь теперь, я понимаю, далеко не убежит. Молчи, нежить. Давай, давай, давай. Чё, передумал, что ли? Свободен, братья. Так, древний нордский меч. Ты посмотри, какой красивый, да? Но я не дерусь мечами. Мечи не мои. Меня просили играть вором. Поэтому мы будем прокачивать кинжалы. Так, ладно, я знаю, что там сзади лежит просто. Возможно, здесь что-то хорошее. Нет, здесь кроме урн. В принципе, ничего и нету. А коготь-то у нас, оказывается, совсем непростой, да? Это, как я так понял, ключ какой-то к какому-то древнему крипту. И, возможно, там что-то... Что-то хорошее нас ждет. Так, золотой коготь, вот как ты выглядишь. Дневник Арвала. Возьмем-ка мы шлем, пожалуй. Шлем нам, я думаю, пригодится. Так, где ты у нас? Вот мы теперь какие. Теперь поднимем уровень. Так, маленько поднимем. Да, в принципе, запас сил. Пока что качаем запас сил. И теперь нам нужно... Блин, даже не знаю. Давайте скрытность. Это хорошо. Смотри, да? Тут целая ветка, обалдеть, обалдеть. Ладно, это мы потом будем качать. Охренеть! Посмотри. Что плохо, с одной стороны, для меня лично очень плохо и хорошо, в принципе, для начинающих игроков, то что здоровье со временем восстанавливается. Это же, ну, не знаю, это, по-моему, зря. По-моему, этого не стоило делать.
тихо. Да, тут уже идет натурально какой-то крипт. Какие-то там звуки исходят. А, вот. Тихо. Ты откуда тут взялся? Давай, давай, давай. Тихо, тихо, братюнь. Да, с нежитью мы тут еще поплюхаемся, походу. Так, мы чуть-чуть прокачались, хорошо. Низкое здоровье, понятно. Предметы, зелья. Слабое зелье лечения. Так, нам нужно маленько прийти в себя. Предметы, зелья. Зелья-то не так много, надо сказать. Ну давай, ну падай. Ох. Это уже становится опасно. Так, лук очень хороший у него. Нордские стрелы. В принципе, они такие же, по-моему. Так, ладно. Золото. Они начали доставлять мне довольно-таки серьезные неприятности. Пора здоровье качать. Уф, ну что, давайте сожрем что-нибудь из пищи, что ли. Так, силы, морковь. Вот так вот для начала, я думаю, будет нормально. В принципе, можно было пробежать тут и потом смотреть, как они погибают. Но, блин. Что-то мне это не особо нравится. Ладно, давайте-ка запишемся. Сохранить новое. Хорошо. Я надеюсь, со стены опять не полезет кто-нибудь за спиной, как это у них принято. Тихо. Вот он мне очень не нравится. А, подождите, у нас же новый лук. Новый хороший лук. Так, этот лук мы добавим в избранное. А этот лук мы из избранного уберем. Так, ну что, стоит ли тебя проверять? Нет? Да. Чутье меня не подвело. Еще есть пациенты? Стоит один. Блин, тут целишься в него, прям казалось бы, а стрела летит выше. А вот так будет точно в голову. Супер. Прям в рот. Обалдеть. Золото, железная стрела. Так, ну и в принципе... Тихо. В принципе, пока что все неплохо. Это что такое? Это моя стрела. К
какая-то жидкость на полу непонятная, маслянистая. Стоит, смотри, ждет. Так. И второго сейчас придется в рукопашную. Или он меня не видел? Отлично, новый уровень. По-моему, он меня не видел. Так что давайте-ка мы его тоже попробуем снять. Да куда я тебе стреляю в пенис? Давай, иди сюда, браток. Ты должен мне ответить за все. Ну чё, куда ты, блин, сквозанул-то? Идет, идет. Слышу. Хорошо. Так, золото. В принципе, навык скрытности, надо сказать, что очень хорошо помогает мне. Натурально. Панацея. Какой-то новый тип местности. Он меня видит, нет? По-моему, не особо. Хорошо. Так, мы возьмем твое золото. А стрел ты нам не даешь, видимо, они в тебе сломались. Хорошо, так, тут у нас здоровенный сундук. Здоровенный, ребята! В котором есть гранат, зелье карманника. Ух ты, вот это полезно. И крохотный камень душ. Я, честно говоря, не помню, для чего они. Ну ладно. Для чего-то да есть. Я так понимаю, сюда? Вообще, по идее, по-хорошему, мне уже давно пора бы возвращаться назад, отдать ему просто коготь, но моя душенька требует приключений на свою, не скажу на чё. Вроде бы в этой каверне тихо. И что-то создается у меня ощущение, что она ведет куда-то наружу, что ли? Тихо. Что, у тебя есть скелет? 4 золотых, хорошо. Только что зарекался с мертвых не брать. Ну ладно. Похоже, придется поступиться своими принципами. Потому что здесь все мертвые. Если с них ничего не подбирать, то ничего хорошего тебя не ждет. Так, золото. Защитный круг. Нежить уровень 35 и ниже, вступив в круг, обращается в бегство. Заклинатель внутри. Интересно, я вообще смогу его пользовать. Тихо. Я так понимаю, что он сейчас поднимется и придет отсюда? Очень бы не хотелось с тобой встретиться.
Слышим, слышим. Готов. Так, 7 золотых. Хорошо. Что-то у меня по стрелам-то 34 стрелы осталось. Не так, чтобы много, не так, чтобы мало. И, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим пробираться по этим пещерам. Бывшим когда-то храмом, а потом уже перетекшими в пещеры. Локации меняются просто, надо сказать, с ужасающей быстротой, это круто. Вообще игра, по-моему, пока просто великолепна. В принципе, на этом все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.